случилось? Сказали нам, что нужно в садике выступление подготовить, а я не знаю, что мне делать. Помоги мне, пожалуйста. Опять эти младшие братья. Ну ладно. Богдан, надо под музыку не просто двигаться, а танцевать. Так я и танцую. Ты не танцуешь, а прыгаешь как слон. А надо двигаться плавно. Ха, то так только девочки танцуют, а я буду круто танцевать, как супергерой. Круто. Ну давай попробуем еще разок. Нет, так не пойдет. Как ты ноги ставишь, как ты руки размахиваешь. Ты как бегемот. Нет, я не бегемот. Ну вот тогда не топай. Двигайся грациозно. Еще раз. Света, я не могу, я уже устал одно и то же повторять. Между прочим, ты меня сам попросил тебя научить танцевать. Светочка, я так хочу всех удивить. Да, попросил. Только ты какая-то не учительница, а мучительница. Что? Я, значит, на тебя свое драгоценное время трачу, а ты обзываешься? Не буду тебе помогать. Ничего я такое обидное сказал. Света, давай бежишь отсюда, крокозяблик. Придется применить проверенный способ. Слушай, крокозяблик. Подлизываешься, значит, да? Нет, не подлизываюсь. Ага, как же. А вкусно маму зачем притащил? Ну ты же любишь. Я люблю, когда внутри куколки украшения. А это киберботы, там роботы внутри. Так ты роботов не отдай. Ох, подлиза, ладно, заходи. Свет, я не хотел тебя обидеть. Не хотел, но обидел же. Светочка, прости, просто танцевать так сложно. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, между прочим. Я знаю. Ну, значит, ты не научишься танцевать
и в садике не выступишь. Угу. А может, что-нибудь другое придумай, а? Другое? Я, кажется, придумала. Что придумала? А пойдем-ка вниз. Идем, идем. Сейчас такое будет. Забирайся. Я что, отрабатывать буду? Ты забирайся, забирайся. А что дальше? А дальше повторяй за мной. Наша Таня громко плачет. Наша Таня громко... Чего? Ты что придумала? Что-что? Залезешь на стульчик в садике на празднике, расскажешь стишок, как маленький. Свет, ну не издевайся надо мной. Давай что-нибудь настоящее придумаем. Ну если танцевать ты не можешь, то сыграй что-нибудь. Ну как? Ну, как себе? И что мне тогда делать? Ну, не знаю, ну, спой что-нибудь. Без спор, это круто! Я шоколадный заяц! Я шоколадный заяц! Я шоколадный заяц! Стоп, прекрати! Наверное, это была плохая идея. Почему? Да потому что тебе медведь на ухо наступил. Никто мне на ухо не наступал. Что ты вообще придумываешь? Медведь на ухо наступил, это значит, что у тебя слуха нет. Как нет? Я же тебя слышу. Музыкального слуха нету. Нужно в ритм попадать, четко под музыку петь. А у тебя вообще ничего не получается. А я буду пробовать, и у меня все получится. Не-не, это без меня. Мои бедные уши этого не выдержат. Не-не-не. А как же помочь брату? Слушай меня внимательно. Я сейчас тебе дам очень ценный совет. Хочешь? Конечно, хочу. Сейчас модно не песню петь, а рэп читать. Я же не умею читать. Да не книжку читать, а рэп, слова проговаривать, а не петь. Я не понял. Смотри, например. Признайся, что ты обожаешь Ютуб. Включай луномотик, и я уже тут. Ну вот, уже лучше. Кто самый топовый блогер в Рунете? Конечно же я. Ребята, приветик! А из тебя может выйти толк. Сейчас, погоди секундочку. Вот, рэперу кепка обязательная, а очки для крутости. Угу. Ну, давай все сначала. Обожаюсь Ютуб! Смотри, луномотика, я уже тут! Кто самый прикольный блогер в Рунете? Конечно же я! Ребята, привет! Для вас я снимаю крутые видосы! Два раза в неделю, какие вопросы? Я Нана и Света чуть-чуть помогаю! Ну даже они до конца не втыкают! Подписчиков 3 миллиона, не шутка! А цифра огромна, мне капельку жутко! Короче, смотри меня 40 раз подряд! Богдан Луномотик, это... Вот это да! Ребят, если вам понравилось, ставьте лайки! Да, и
подписывайтесь на наш канал.